Состоялись поединки дзюдоистов весовой категории до 90 килограммов. Финал вышел Джафар Акперли. В схватке за золото он сражался с москвичом Кириллом Бондарем. Упорной борьбы не получилось. Россиянин оказался сильнее. Серебро игр для Азербайджана заработал Акперли в последний день турнира дзюдоистов. Я доволен от результатов. Но сегодня тоже у нас был спортсмен, всего лишь один спортсмен боролся в 90 килограммов веса категории. Он вышел в финал. В финале был достойный соперник, с маской весом 70. Был достойный соперник, и этот соперник был просто молодец. Ну, справедливо боролся, но справедливо победу одержал. В легкой атлетике у Азербайджана тоже есть успех. Золото в самой престижной дисциплине этого вида спорта. Бег на 100 метров у девушек выиграла азербайджанка Елена Пехтерева. Она преодолела эту дистанцию за 12,24 секунды. На 0,2 от нее отстала по вине Питбури из Таиланда. Третий результат у филиппинки Саманты Геймлимас. Я, короче, рада, что я выиграла. Надеюсь, что в дальнейшем я буду еще раз участвовать в таких масштабных соревнованиях и улучшить свой результат. Кроме непосредственно спортивных соревнований, на турнире «Дети Азии» происходит много различных событий. Альпинисты-любители из Якутска Виталий Струк и Игорь Ледов в июне покорили Димавент, самую высокую точку Ирана, и Эльбрус, самый высокий вулкан Европы. На этих вершинах они развернули флаг Азербайджана, который был передан азербайджанской делегации. А члены делегации, в свою очередь, передали стяг в качестве экспоната в музей игр «Дети Азии». Диана Исаева, CBC.